астрологический прогноз на 18 мая 2024 года. Это суббота. Луна находится в знаке Девы. Действуют рекомендации 10 и 11 лунных дней. День хорош для начала достойных дел. Хорошо начинать строительство, сажать растения, начинать дела, которыми вы будете гордиться долгие годы. Хорошо заключать союзы, играть свадьбы, благоприятно впервые надевать новую одежду. Знаки огня. Овен, лев, стрелец. Этот день хорош для начала финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение денег и удачное приобретение. Возможны подарки и выгодные рабочие предложения. Знаки земли. Телец, дева, козерог. День хорош для праздника и развлечений. Хорошо проводить время с детьми, хорошо наряжаться и участвовать в публичных мероприятиях. Благоприятно в этот день выглядеть достойно во всех смыслах. Знаки воздуха. Близнецы, весы, водолей. День хорош для тихих и спокойных дел. Хорошо наводить порядок, хорошо исправлять ошибки и искать потерянные вещи. Благоприятно заботиться о ком-то и посещать храм. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для общения и содружества, союзничества. Хорошо обсуждать свои планы с заинтересованными лицами. Возможно, участие в развлекательном мероприятии. Возможно, в этот день очень интересные и полезные знакомства. Дорогие друзья, я желаю вам удачного, счастливого дня. До встречи завтра.